На Западе, как уверяли наши либералы, люди все время улыбаются. Там вообще с каждым днем все радостнее жить. Вот и клопы из Франции перебрались теперь еще и в Британию. Библиотека на западе Лондона была вынуждена закрыться из-за наплыва насекомых, да и в целом по городу, как признаются сотрудники дезинсекционных компаний, ситуация выходит из-под контроля. Вот все же правильно сказал наш президент на днях, есть польза и от санкций. Меньше риска, что вместе с барахлом и к нам все это завезут. Это какой-то позор?